из Британии. Новости из-за рубежа. Новости, да, из-за рубежа. Да. Королевские военно-морские силы Великобритании запретили своим морякам произносить традиционный тост за жен и возлюбленных. Вредно. А вот свое желание командование британских ВМС объяснило желанием отразить культурные перемены, в первую очередь резкое увеличение за последние 20 лет служащих во флоте женщин. С 23 июня, с вчерашнего знаменательного дня, вместо тоста за жен и возлюбленных, который зачастую сопровождался словами «и пусть они никогда не встретятся», британские моряки будут поднимать бокалы за нашу семью. Вся романтика ушла. Кроме того, в рамках кампании за равноправие полов на флоте отменяется еще один традиционный тост.